Зона активного отдыха возле лыжной базы «Лесная», велодорожки и тротуары, благоустройство парка в Сероглазке, строительство Дома творчества в районе 6-го километра, а также детские игровые уголки. Более 300 идей предложили жители Петропавловска на онлайн-платформе «Чего хочет город». Сбор вариантов о том, как сделать жизнь в краевой столице комфортнее и интереснее, продолжается. Оставить свое предложение на платформе «Чего хочет город» можно до 5 мая. Ваши идеи будут использованы экспертами при разработке единого мастер-плана города. Результаты сбора предложений планируют опубликовать 16 мая. Добавим, что стратегический мастер-план разрабатывается по поручению президента России Владимира Путина, которое он дал на Восточном экономическом форуме 3 сентября 2021 года. Стратегический мастер-план – это инструмент развития городов, который отвечает интересам горожан, бизнеса и органов власти. Он помогает улучшать городскую среду, инфраструктуру, условия для ведения бизнеса и развития культуры.